Административное здание Центрального парка Видного на некоторое время стало местом, куда можно принести макулатуру на вторичную переработку. На глазах стремительно растет число коробок со старыми журналами и газетами, ненужной бумагой, разнообразной упаковкой. Стартовавшая в нашем городе всероссийская акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» привлекла неравнодушных жителей. Мы приглашаем и принимают участие и учащиеся наших общеобразовательных школ тоже обязательно примут участие в этом экомарафоне. Молодежь нашего города, учащиеся МРСИ нашего института и колледжа. И мы еще всех приглашаем, нашу молодежь, которая живет и проживает у нас в городе, принять участие в этом замечательном проекте. И молодые люди с удовольствием откликаются. Студенты Московского регионального социально-экономического института всего за несколько дней собрали почти 700 тонн макулатуры. Все должно жить, включая бумагу. Это очень важно, что можно это вдвойне как-то переработать, чтобы это послужило нашему городу, чем просто выкинуть мусорку, чтобы это все валялось по земле. Лучше уж придать вторую жизнь. Я сдаю макулатуру не первый раз, я это сделал с душой, и это очень важно для экологии. В пользу вторичной переработки говорят простые цифры. Так, одна тонна макулатуры может сохранить от вырубки 20 деревьев или сэкономить 1000 киловатт электричества и 20 тысяч литров пресной воды. Усилий совсем немного, а вот польза для экологии впечатляет. Так считает местный депутат Павел Русаков. У меня накопилось очень много газет, журналов различных, просто какой-то рабочей документации. Как, для чего мне это хранить, если я этим не буду в дальнейшем пользоваться? А это может принести пользу, ну, как минимум, может быть, на 2-3 дерева кто-то меньше срубит. К участию в акции приглашаются все желающие. Принести макулатуру в Центральный парк можно до 23 октября. Ну а наша телекомпания стала одним из первых участников этого экологического марафона. Внес свою лепту и наш телеканал. Вместе с коллегами из газеты «Видновские вести» мы собрали вот такую коробку с макулатурой. И сделали мы это всего за один день. Ведь в нашей редакции традиция не просто выбрасывать бумагу куда-то в ведро, а складывать в подобные коробки и уже сдавать в макулатуру. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».